Одеська кухня наша щедра на рецепти страв на будь-який гастрономічний смак. Особливу цінність мають ті, які передаються з покоління в покоління, від матері до доньки. Саме один з таких рецептів сьогодні відтворять для нас майстри ресторану Beef and Cake. Запрошую вас, пішли. Таня, Дмитро. Привет, Юна. Привет. Рад тебя видеть. Знакомься, это Андрей, шеф-повар ресторана Beef and Cake кондитерской лавки. Привет, Андрей. Дуже приятно. Ну и мы сегодня будем вместе готовить, потому что у нас блюдо такое трудоемкое. Мы выбрали сегодня это паштет из курицы, с куриной печенью. Но мы его сделаем в авторской подаче нашего ресторана. Это будет очень интересно. Так что желаю тебе приятного аппетита. Жди нас в зале. Люблю, коли на кухне майстри своей справы, а я чекаю в зале на дегустацию. Пожалуйста. Андрей, давай начинаем нарезать наши овощи. Овощи мы нарезаем крупно, для того, чтобы их не высушить, чтобы они не потеряли свою пищевую ценность. Обжариваем наш паштет на растительном масле. Отправляем овощи на сковородку. Начинаем готовить. В Италии говорят, до состояния альденте, то бишь в нашем случае нужно их сделать мягкими, но не растушить и не сильно зажарить. Когда овощи готовы, мы их солим, перчим немного и аж потом добавляем нашу печень. Печень нарезаем такими средними кусочками, то есть не мелко, не сильно крупно. Обязательно нужно вырезать все прожилки для того, чтобы она была нежной, мягкой и никакой другой фракции не попадалась в нашем паштете. Когда куриная печень готова, мы добавляем к ней ароматнейший тимьян, тогда солим, перчим и, конечно же, это куриное мясо, которое мы отварили предварительно. Прогреваем буквально здесь еще несколько минут, чтобы тимьян раскрыл свой аромат. И дальше начинаем готовить непосредственно всего этого в наш фирменный паштет. Вот так оно пока все выглядит. И совсем через минуту это превратится просто в совершенное блюдо. Вот уже наш паштет готов. Идеально кремовая масса. Теперь мы знаем, будем формировать шарики. Из паштета мы приготовили шарики, которые нам необходимы для глазировки. И охладили их до минус 2 градусов, для того, чтобы глазурь сразу же приобретала необходимую нам форму. Наша глазурь на паштете застыла. И мы аккуратненько достаем нашу зубочистку и ставим вместо нее корешок от настоящего помидора. Вот такая помидорка у нас получилась. Ну що ж, самий приємний момент. Дегустація. Можу сказати чесно, це дуже смачно. Паштет дуже кремовий, дуже ніжний. Дуже смачно. Хочу ще. Рецепт цього блюда, він вже знайомий з дитинства. Бабушки, папины, мамины все готовили паштеты, готовили их по-разному все. Но основа паштета у них всегда была одинаковая, такая, как сегодня. А вот уже от себя, да, мы непосредственно это все сделали в новой подаче, ресторанной подаче. И подготовили вот в виде такой закуски, которая прекрасно подойдет на любую свадьбу, на любое мероприятие. Это интересно и самое главное, это вкусно. И дуже гарно. Дякую вам велике сьогодні за цю страву і смачного всім. Колекціонуйте гарні спогади, а за смачною їжею приходьте у Beef and Cake. Створюй своє щастя з ним. Живи, фантазуй, мрій, насолоджуйся сімейним затишком. Надійний та якісний, він доступний усім. І він вже будується саме для тебе. Сучасний житловий комплекс «Барбарис» від надійного забудовника компанії «Діта». Телефонуйте 067 381 2040.